Всем привет! Меня зовут Глеб, и я деплоил он-прем. Дима, а ты деплоил он-прем? Да, привет. Я деплоил он-прем и собираюсь деплоить он-прем. И сегодня буду рассказывать о том, как мы будем деплоить он-прем микросервисы. И у нас такой вопрос к аудитории. Слушайте, а вы деплоили он-прем? Голосуйте в вопросе, который появился в Телеграме. Делитесь своими соболезнованиями в чате и делитесь своим опытом в чате. Мы пока что немного обсудим предстоящий доклад. Доклад от Дмитрия будет о том, как тиражировать микросервисы on-prem заказчикам в банковском ключе. И у меня сразу такой вопрос. Дима, я раньше не был знаком с словом «тиражировать» в таком смысле. Это равнозначно деплоить или все-таки что-то другое значит? Это означает сделать один раз приложение и задеплоить его on-prem максимальному количеству клиентов. И чем более типовым приложение остается, тем лучше. То есть в каком-то смысле это деплоить, но в большой список, так скажем, сред и окружений. Именно так, Глеб. Угу. Понятно. А давай еще немножко о в целом о докладе, чтобы подготовить слушателей. Вряд ли кто-то читает описание. Что за система, куда вы ее деплоите и зачем? Сейчас у нас есть монолитная система, это система для дистанционного банковского обслуживания, и мы ее деплоим в банке on-prem, вот, потому что так сложилось традиционно, так всегда было, да, потому что это система защищенная, связанная с деньгами. Вот, и мой доклад будет о том, как мы эту систему модернизируем и как мы переходим к новой системе, уже построенной на микросервисной архитектуре, но которую мы будем деплоить по тому же принципу. То есть on-prem заказчикам. Вот, и система примерно про то же, тоже про дистанционные банковские услуги. Но сервисов там будет намного больше. Это поэтому большой взрыв или почему-то в другому? Большой взрыв из-за микросервисов и из-за тиражирования. И из-за тиражирования. А то я вижу, у тебя седых волос все-таки есть. Может быть, еще взрывы какие-то другие были? Да, взрывы были. Опыт у меня немалый. И что происходит, когда что-то взрывается, когда у вас, не знаю, очень много разных деплойментов, за этим следить надо, кто-то чинить должен? Как это работает? Все начинают бегать и быстро передеплоивать. Передеплоивать. Передеплоивать, в смысле, прошлую версию или как? Передеплоивать иногда прошлую, иногда новую. Ага. Быстренький хотфикс выкатить. И это в банковской среде так работает. Ну да. Угу. И у вас есть какая-то прямо поддержка некоторого фонда? То есть вы не просто так с бухты-барахты решили переделать все на микросервисы, а есть за этим еще и такая история? Да, переделать просто так все на микросервисы самостоятельно – это достаточно дорого, и мы этот проект, о котором я сегодня буду рассказывать, реализуем при поддержке Российского фонда развития информационных технологий. Тогда большое им спасибо. Спасибо за то, что подготовил доклад, и я думаю, можем начать, да свершится предначертанное. Да, переходим к докладу. Как я уже говорил, расскажу про тиражируемую микросервисную платформу для дистанционного банковского обслуживания. Начну с того, почему мы решили эту платформу создать. То есть за последние годы наметился существенный рост количества сервисов в цифровых каналах, и на это очень сильно повлияла пандемия. У всех конечных пользователей, к которым мы относимся, мы с вами сформировались ожидания, что все должно быть онлайн. То есть все сервисы должны быть в мобильных приложениях, веб-приложениях, все онлайн. И системы ДБО не исключение. Вот. Также мы отмечаем значительный рост такой существенной самостоятельной разработки на стороне банков. То есть мы все больше и больше начинаем свои системы дорабатывать совместно с банками. Вот. И считаем, что в микросервисной архитектуре это будет намного проще и быстрее. Также переход на микросервисную архитектуру существенно способствует Банк России, его законодательные инициативы технологические, я имею в виду, это удаленная биометрическая идентификация, система быстрых платежей, открытые банковские интерфейсы и различная регуляторка по безопасности.
Также видим усиление конкуренции на своем рынке. И немаловажный фактор, что то, что у нас есть линейка продуктов, достаточно тоже там много функционала, но они за последние там, годы разрослись, и сопровождать их стало становится все сложнее и сложнее. Мы ставили перед собой следующие цели. Это улучшить скорость поставки, быстрее деплоить в прем, упростить совместную с банками разработку, и получить возможность продажи отдельных продуктов без необходимости поставки всего большого продукта, то есть только отдельного функционала. Значит, почему для нашей компании это мероприятие сравнимо с большим взрывом? Потому что нам нужно трансформировать текущую платформу, которая используется on-prem почти у сотни заказчиков. Да, там нам нужно будет не в облаке у себя, да, а перейти на новую архитектуру в ЦОДах у заказчиков, у конечных. Также переосмыслить налаженные процессы, уже, можно сказать, за десятки лет налаженные процессы, там, проектирование, оценки, реализации, тестирование, поставки и сопровождение. И существенное ограничение, которое красной нитью пройдет через весь мой доклад, это один год. Вот как раз этот проект при поддержке RFREIT по условиям выделения гранта, он должен быть ограничен по времени. И он, в нашем случае он ограничен одним годом. Пару слов скажу о себе, о компании. Дмитрий Свалов, технический директор Banks of Systems, отвечаю за технологическое развитие компании и за архитектуру ее продуктов. Компания Banks of Systems – одна из системообразующих IT-компаний России, один из лидеров рынка ДБО в России и в ближайшем зарубежье, разработчик голосовой платформы Digital to Speech. Также обладаем очень мощной компетенцией по информационной безопасности и предоставляем IT-услуги. Прежде всего, начну с архитектуры монолитного ДБО, которая у нас вот была до недавнего времени, для того, чтобы была понятна проблематика. У нас есть клиентские части, их там две, для клиентов банка и на стороне банка. Значит, на стороне банка для администраторов и операционистов автоматически генерируем интерфейс на базе фреймворка ZCOS. И на базе этого же фреймворка на клиентской части интерфейс для крупного бизнеса, для крупных корпоративных клиентов. Интерфейс этот генерируется автоматически из описаний, которые находятся на бэке. То есть он, по сути, такой модульно-монолитный, такой же, как и бэк. И есть интерфейс на React для физических лиц, таких как мы с вами, для физических лиц, представителей юрлиц малого и среднего бизнеса. Вот он уже не автоматически генерируемый, а сделан вручную с очень хорошим UI UX. Вот, для межсервисного взаимодействия мы используем очень широко сервера МКУ, сервера очередей. Значит, есть сервер МКУ для взаимодействия веб-серверов с серверами приложений. Есть сервер МКУ для event-driven обработки данных между серверами приложений и для их горизонтального масштабирования. И сервер МКУ для интеграции со смежными системами на стороне банка. Платформа состоит из платформы сервера приложений и веб-сервера. Вот, они уже монолитные. Стек технологий мы используем Java. Значит, языки программирования Java очень широко используются в Groovy. Java больше на системном уровне, Groovy на прикладном. И такой традиционный тоже стек Spring Hibernate, Liquibase. Значит, стандартно все работает под Apache Tomcat. Ну, и есть там различные внедрения на проприетарных серверах приложений.
прикладной слой написан на Java и на Groovy, в основном на Groovy, DSL. Очень широко используем DSL. Вот Groovy, вот там синтаксис уже более 10 лет нам в этом помогает. И, наконец, SUBD. SUBD у меня на слайде изображены 4. На самом деле, логически, это одна SUBD. То есть вот все сервера приложений, все экземпляры серверов приложений работают всегда с одной SUBD. Просто она может быть разделена на несколько разных, ну, сегментирован по таблицам, да, то есть в отдельный БД мы можем вынести аудит, мониторинг, файловое хранилище. Так как клиентов у нас много, и там СПО у них разное, мы поддерживаем и Oracle, и MS SQL, и PostgreSQL. Вот. Дальше перейду к сложностям, с которыми мы столкнулись при переходе на микросервисную архитектуру. Но вот прежде чем перейду, может быть, есть какие-то вопросы по архитектуре нашего существующего монолитного решения? Пока что вопросов по текущей архитектуре нет. Воспользуемся этим моментом, чтобы напомнить дорогой аудитории приходить в чатик и задавать вопросы. И, может быть, спустя несколько минут мы что-то увидим. Поэтому можно... Окей. Вот только что что-то появилось. А как же синхронизация, спрашивают? Только через МКУ не получится же синхронный request-response сделать, спрашивает Максим Гурин. А у нас такой псевдосинхронный request-response получается реализовано на веб-сервере, этот функционал. Вот, еще могу сказать, да, дополнительно про схему с МКУ, зачем они еще нужны, именно вот специфика нашей банковской отрасли, да. Эта схема позволяет открывать соединение из LAN в DMZ, то есть когда сервер приложений связывается с МКУ в DMZ, с которой работает веб-сервер, эта схема очень безопасна, да, то есть нам не нужно открывать доступ из DMZ в LAN. Вот. А вопрос правильный, да, то есть у нас синхронное взаимодействие реализовано на веб-сервере, но под капотом там GMS. Уточняет Максим из чата, то есть это вы поставили в очередь и сидите, ждете ответ из очереди. Ну, мы не сидим, ответ достаточно быстро приходит. Понятно. Да. Дальше еще спрашивают, про какие нагрузки текущее решение выдерживает, но, может быть, к этому мы ближе к концу вернемся, да? Да, можем вернуться в концу, да, но достаточно тоже объемная тема, нагрузки разные. Перейдем к сложности. Можно пока продолжать, давай. Да. Значит, сложности. Первая сложность, да, которая возникает при переходе на микросервисную архитектуру, как всегда, да, это SUBD. Значит, как у нас выглядит схема SUBD? Это вот такая интересная, мощная штука. Думаем начать делать с ней мерчи, футболки, толстовки, кружки. Вот, то есть это очень красивая такая картинка. Состоит из 1130 таблиц приблизительно. Из них хорошо видно, что ядро, это такое ядро платформы и прикладное микроядро, оно достаточно сильно связанное. Вот, и состоит примерно из 350 таблиц. Это данные там, клиентов, счетов, услуги, пакетов услуг, договоров, полномочий, лимитов. То есть достаточно такая сложная, сильно связанная схема, которая обеспечивает такой расчет бизнес-полномочий пользователя, вот, контекст его работы. И такой верхний, внешний круг — это уже документы. Собственно, те документы, которые ходят через систему ДБО и сопутствующие справочники, которые нужны для их работы. Тут уже 780 таблиц приблизительно, да, это вот в нашем стандартном решении, которое мы стараемся тиражировать всем одинаковое. Видно, что документы как раз достаточно неплохо изолированы друг от друга, и это вселяет уверенность в то, что прикладной слой мы разделим на микросервисы достаточно хорошо.
Вот, не будем испытывать при этом больших проблем. Но, тем не менее, видим, что прикладной слой зависит от ядра. Да? То есть все документы, они сходятся вот в ядре и построены вокруг ядра. Здесь вот на уровне уже архитектуры нашего решения видно, да, что платформа монолитная, это как раз вот это наше ядро, и прикладной слой, содержащий нормативно-справочную информацию, общую для всех сервисов банковской бизнес-области, набор объектов для расчета бизнес-полномочий и там, лимитов на проведение документа, он находится как раз вот в этом монолитном ядре. Значит, как же с учетом всего этого мы решили разделить прикладные модули, да, которые на самом деле сильно привязаны к ядру? Я это расскажу на примере кредитного модуля. То есть мы в рамках этого проекта реализовали три типа прикладного функционала, то есть три продукта. Это кредиты, депозиты и неснижаемые остатки. Это функционал, схожий с депозитами. Вот на кредитах, как наверное, такой достаточно понятный для всех функционал, я расскажу о принципах, как мы делили. Первое, что мы сделали, мы разделили функционал, связанный с кредитными продуктами, от документарного функционала, то есть от процессов, которые обеспечивают работу с этими кредитными продуктами. То есть у нас получился отдельный продуктовый каталог, то каталог наполняют сотрудники банка, да, то есть это, по сути, кредитная продуктовая линейка банка, то есть какие продукты, в принципе, в банке есть кредитные, доступные в цифровом канале. Калькулятор – это подбор кредита, функционал подбора кредита по различным параметрам. И витрина действующих кредитов. То есть это кредиты, которыми клиенты уже воспользовались. То есть это продукты, специфичные уже вот конкретному клиенту. И документы. Значит, документы, по сути, это бизнес-процессы со своим там жизненным циклом, набором полей, контролей и так далее. Вот. То есть мы считаем, что это вот оптимальное разделение, которая будет эффективно вот обеспечивать одну из основных задач, для чего это делается, да, это быстрая поставка. Но что же делать с этим ядром, да, которое у нас сильно связанное? Мы, к сожалению, его не можем делить долго и упорно, да, потому что бизнес может занять несколько лет, да, бизнес ждет, что мы будем все-таки прикладной функционал поставлять на рынок как можно быстрее. И поэтому мы сделали так. Мы в каждом микросервисе продублировали микроядро как на уровне базы данных, так и на уровне приложения. И они у нас несколько увеличились в размере. Вот. Но тут на сцену опять у нас выходит ограничение в один год, которое на самом деле вот для этих работ гораздо меньше, то есть это практически 2-2,5 месяца внутри этого проекта. И на практике в работающей системе у нас получилось вот так. То есть отдельно продукты, отдельно документы. Вот. И, в общем-то, мы считаем, что страшно в этом ничего нет, да, потому что при первых внедрениях все равно функционал будет адаптироваться, все равно он будет меняться, и меняться он, мы считаем, будет примерно в таких разрезах. Отдельно продукты, отдельно документы. А потом уже в перспективе по мере развития мы будем выделять его по ранее намеченному плану. Вот на схеме развертывания, которую я буду постепенно формировать по мере прохождения, по мере рассказа, да, у нас получается, вот продукты выглядят так. База данных, сразу говорю, не 3, а 6. Изобразил для экономии места на слайде. То есть на каждый тип микросервиса, тип, у нас отдельная база данных. То есть если запускается несколько экземпляров микросервиса одного типа, они работают с одним экземпляром базы данных. Вот. Если это микросервисы два разных типов, у них разные базы данных. И интерфейс тоже для каждого кредитного продукта, или там депозитного НСО, для микросервисного продукта на бэке, он отдельный. Далее межсервисное взаимодействие.
В принципе, мы в плане межсервисного взаимодействия я вот не стал помечать как проблему. Мы довольны текущим сервером МКУ, там ActiveMQ, либо IBM МКУ. Вот, он наши потребности удовлетворяет. Но мы, конечно, хотели бы перейти на Kafka, чтобы повысить производительность и отказоустойчивость. Но, к сожалению, тут сыграло два фактора. То есть первый — это достаточно такое существенное обновление общесистемного программного обеспечения для наших клиентов. И второе — это тоже ограничение в один год. Вот, то есть достаточно много системного функционала пришлось бы адаптировать под новый менеджер очередей, вот, и под его специфику. Вот, поэтому у нас получилось вот так. То есть мы оставили сервера МКУ из стека предыдущей системы. То есть те же сервера для общения вебов и теперь уже микросервисного ландшафта. Есть также МКУ для межсервисного взаимодействия, интеграции и для интерфейса сотрудника банка. Отдельный функционал, который вот у нас есть в этом прикладном микроядре, который я хотел бы выделить, да, потому что мы все-таки его выделили в микросервис, это услуги. Значит, что такое услуги в нашей системе? Услуги — это, по сути, меню. Вот. И в микросервисной системе проблема вывода меню, она вот выходит на первый план, да, потому что непонятно, да, что так вот как бы сходу непонятно, да, какие сервисы в ландшафте есть, какие эффективные полномочия у пользователя на эти сервисы, да, которые, по сути, реализуют какие-то продукты и услуги. Вот, поэтому у нас первая задача, которую вот мы решали в данном случае с меню и с услугами, это вывод вот этого меню. Достаточно быстрый вывод на заглавную страницу. То есть это все должно работать быстро с учетом эффективных полномочий пользователя. И мы вот решили сделать такое единое фронтальное окно. На скриншоте помечены его компоненты, то есть то, что из чего состоит интерфейс единого фронтального окна. Вот видно меню с ограниченным набором сервисов, которые у нас есть в микросервисной платформе слева. И вот архитектурно выглядит так. То есть это отдельный сервис, который знает обо всех услугах, которые есть в микросервисной системе, позволяет их администрировать в одной точке. Об этом тоже позже скажу. На это ограничение пришлось пойти. И знает, где какой сервис реализован. То есть вот, где он находится, в каком микросервисе. Вот, то есть есть интерфейс, в который встраиваются интерфейс уже микросервиса. Это интерфейс единого фронтального окна, по сути, это главная страница. И у него тоже отдельная СУБД. Так, следующий момент, который я хотел бы осветить, это есть у нас такой прикладной функционал, единая лента операций. Значит, единая лента операций предназначена для вывода в одном списке документов разных типов. Вот, и проведение над этими документами массовых операций. То есть одна из самых распространенных операций в нашей системе — это подпись этих документов. Вот. Выглядит это следующим образом. То есть вот есть список, встроенный в единое фронтальное окно. Выводится список документов и есть элемент управления. То есть различные фильтры, значит, сортировки и действия над документами. Вот, то есть проблема тут в чем? То есть если у нас в монолитной системе все внутри, все единообразно, да, то есть мы можем вывести этот список, понимаем эффективные права там и так далее, то в микросервисной системе, если мы будем все сервисы опрашивать о
значит, на предмет наличия документов потом где-то склеивать, либо на API Gateway, либо на фронте, то это будет работать очень долго. Вот, поэтому мы выделили это все в отдельный микросервис. Туда реплицируются данные, то есть ключевая информация о документах через очередь межсервисного взаимодействия. И, по сути, это микросервис для управления таким документом синдикативным, да, который содержит в себе ключевые поля любых документов и позволяет с ними единообразно работать. Обратно, в обратную сторону, в прикладные микросервисы, он рассылает сообщения о операциях, вот, которые пользователь с документами делает. То есть также это есть один микросервис на бэке, есть БД и фронт для этого микросервиса, для единой ленты операций. И, наконец, монолитный фронт. В предыдущей системе, то есть вот отчасти я уже рассказал, да, что у нас есть единое фронтальное окно, есть встраиваемые интерфейсы микросервисов, то есть вот так скажу, покажу, как это выглядело, то есть это вот фронт нашей тиражируемой монолитной системы, да, то есть вот видно, что очень много функционала. Вот, новый фронт мы сделали максимально визуально приближенный к существующей системе, да, потому что клиенты привыкли. Вот, здесь есть одно отличие, визуально оно невидимое. Значит, то, что вот этот блок, отмеченный рамочкой, он встраивается в это единое фронтальное окно, и сюда можно встроить интерфейс любых сервисов. Вот. Значит, на данный момент это работает так, вот на реакте, вот, но по мере реализации, по мере вообще как бы анализа того, куда нам нужно будет двигаться дальше, там через код, через два, через три, мы пришли вот к такому выводу, что нам скорее стоит перейти вот к такому интерфейсу, когда у нас единое фронтальное окно, это вот верхняя плашка, где написано онлайн-банк, и там же есть меню с различным функционалом, там, по оповещениям, по перепискам, по выбору контекста организации. Вот. И, значит, блок под этим окном, который в перспективе нам нужен как бы фреймворк агностик встраивания. То есть мы хотим туда встраивать интерфейсы микросервисов, реализованных на разных технологиях, то есть не только наших, которые мы внутри компании BSS используем, то есть это вот React, ZCoS, но и, возможно, каких-то сторонних, потому что мы хотели бы микросервисную платформу предоставлять как такую основу цифровой экосистемы для обслуживания в цифровых каналах и для того, чтобы иметь возможность встраивать интерфейсы партнерских приложений, приложений, которые банк разработал самостоятельно, и так далее. Вот, поэтому тут собираемся поддерживать нативное встраивание вне зависимости от используемого фреймворка. Вот на схеме фронт выглядит вот так. Слева видно встроено в единое фронтальное окно. И еще проблема интересная, то есть это единый интерфейс администрирования на стороне банка. То есть нам бы... Вот выглядит он вот так. Достаточно такой лаконичный промышленный интерфейс. Слева меню, справа, значит, изменяющийся блок, который, ну, меняется в зависимости от выбранного пункта меню. И, казалось бы, можно сюда что-то встроить тоже, да, так же, как на клиентском интерфейсе, но мы сначала вот... расскажу, что мы хотели с ним сделать, поступить кардинально. То есть вот как выглядит архитектура внутри, как устроен этот интерфейс на стороне банка. То есть у нас на сервере приложения есть грузь DSL, который его описывает. Он считывается сервером, платформой
и заполняется у нас там семантическая модель, которая описывает этот интерфейс. Затем формируется ViewModel и отправляется через МКУ на веб-сервер, который, по сути, является генератором, таким адаптером между сообщениями, которые приходят из МКУ, в HTML, который генерируется в фреймворке ZCOS. И вот этот state, он ходит туда-обратно между веб-сервером и браузером клиента. Вот, то есть в микросервисной системе понятно, что здесь все довольно-таки усложняется. Вот, и мы что хотели бы сделать? Мы хотели бы это все убрать. Вот, убрать просто нельзя, да, потому что нужно все-таки какой-то интерфейс администрирования предоставить. Поэтому мы хотели заменить это на администрирование через какой-нибудь конфиг-сервер. Например, Spring Cloud Config Server через Git, замечательно, YAML, значит, коммитим, он вытягивает, реализуем там конфиг-модел. Конфиг-модел заполняется этими новыми настройками, они на микросервисах применяются, вот такое замечательное решение. Да еще и настройки начинают храниться в Git, то есть становятся вообще версионными. Вот. Но такая идея бизнесу, к сожалению, не понравилась. И это стало таким блокером, для которого нам пришлось искать решение. И решение выглядит так. То есть здесь у нас вот как на одном из предыдущих слайдов есть на бэке описание view-моделей, также они из Groovy строятся семантические модели, формируются view-модели, через MQ все это уходит на веб-сервер, вот, а на веб-сервере мы реализовали некую магию, реализовали роутер и композер. Композер эти view-модели соединяет в некую общую модель. Вот, а роутер запоминает, куда нужно отдать изменения, когда пользователь вот эту вот общую модель начинает редактировать. Вот. И интерфейс получился визуально совершенно неотличимый от того, что было раньше. Я думаю, что, в общем-то, он в таком виде все нам послужит. Вот, ну, прогнозирую, что, может быть, по мере развития через несколько лет могут возникать у нас с настройками некие конфликты. Вот есть такое интуитивное ощущение, вот, но надеюсь, что мы все-таки либо этим будем как-то управлять, либо все-таки перейдем на модель администрирования через Git и от интерфейса откажемся. Потому что единый интерфейс на стороне банка для операционистов, он, в общем-то, проблем не создает, если он будет не единый, да, если он будет для каждого сервиса разный, потому что, в общем, с разным функционалом работают разные сотрудники, и здесь, в общем, проблем нет. Вот, но для администратора проблема сейчас вот по текущей работе она есть, да, то есть это критично сохранить. Вот. То есть, еще раз, этот интерфейс агрегирует view-модели из разных микросервисов, соединяет его в единую view-модель. То есть, таким образом мы получаем возможность единообразно редактировать настройки задублированного микроядра DBO, да, потому что они сходятся в один интерфейс, пользователь их редактирует, они расходятся по микросервисам обратно. Вот. А настройки, специфичные к микросервису, они роутятся в каждый микросервис, к которому они относятся. Вот, вот такое решение, вполне рабочее, и задачу бизнеса мы здесь закрыли. Вот на схеме развертывания на стороне банка польский интерфейс у нас остался. Вот на данный момент у нас получилась вот микросервисная платформа, вот, ну, почти микросервисная платформа. Явно тут чего-то не хватает. И чего же не хватает? Не хватает у нас как минимум IP-гейтвея, потому что у нас теперь сервисов много, и нужна какая-то единая точка входа для API. Аутентификация, авторизация. Необходима новая инфраструктура, как железная, так и софт для управления инфраструктурой. Нужно больше железа.
намного больше, чем было раньше, особенно на период перехода на новую архитектуру. Нужна система сбора логов, мониторинга, новая технология поставки. И начну с API Gateway. Значит, что он из себя представляет? API Gateway логически вот очерчен у нас такой пунктирной линией. Состоит из Nginx, как реверс-прокси, Spring Cloud API Gateway, который выполняет очень важную функцию в обеспечении информационной безопасности и в аутентификации, авторизации. Вот какую именно рассказывать об этом подробно не буду. Вот, мы вообще об этом редко распространяемся. И, собственно, веб-сервер, аналогичный тому, который был в предыдущем решении, такой адаптер между HTTP и GMS-сообщениями в очереди. Значит, следующее, что не хватало, и тоже, по сути, это проблема, да, потому что в монолитной системе аутентификации не проблема, она реализована понятным образом. Пользователь просто логинится в монолит и там работает. А здесь у нас разные приложения, и пользователь должен войти один раз, да, потом уже бесшовно входить в, по сути, обращаться к функционалу различных микросервисов, не проходя дополнительную аутентификацию, авторизацию. И мы сами реализовали Identity Provider, то есть сервер, микросервис аутентификации. Значит, почему мы его реализовали сами? Мы реализовали, конечно, стандартные протоколы OAuth2, OpenID Connect, вот, но реализацию все-таки сделали на основе той, которая была в предыдущей монолитной системе. Основных мотиваций тут две. Первое — это мы хотели сохранить высокозащищенный алгоритм аутентификации, который мы используем. Это SRP6A. То есть алгоритм позволяет аутентифицироваться абсолютно безопасно даже по открытым каналам связи. Вот у нас, как правило, все закрыто еще HTTPS. И второй момент ключевой — это то, что мы хотели упростить процедуру миграции пользователей существующей системы на новую. Так как вот в данном случае, в случае использования своего решения, у нас сохраняются все соли и хэши пользователей, мы осуществляем миграцию. То есть по сложности это просто копирование, сравнивание с копированием таблички из одной СУБД в другую, и все прекрасно работает. Вот, то есть Identity Provider JWT токены, JSON Web токены, и имеет свой лендинг, страницу аутентификации и свою базу данных. Значит, еще ключевой момент у нас, ключевой момент в аутентификации. У нас широко развита многофакторная аутентификация, то есть двухфакторная. В одном из внедрений он прям есть даже там трехфакторная аутентификация. Вот. И второй фактор мы оставили в едином фронтальном окне, потому что второй фактор зачастую связан с определением полномочий на бизнес-уровне. То есть вот, с помощью какого фактора входить, подтверждать, да, в зависимости от того, кто этот пользователь, какие у него полномочия в организации, то есть какие есть права на проведение каких документов там, и так далее. Вот, то есть это часть вот этого сильно связанного ядра, которая осталась в едином фронтальном окне, и это используется как и для второго фактора, вот, и для построения меню. И, наконец, авторизация, то есть роли и привилегии. Значит, роль у нас сама по себе хранится в сервисе аутентификации, но набор привилегий, он содержится в каждом из продуктов, в каждом из микросервисов, из которых эти продукты состоят. Таким образом, пользователь, имея токен, приходит в тот или иной сервис, и для его роли динамически собирается набор привилегий в этом сервисе. Таким образом, мы определяем, к чему пользователь имеет доступ.
пользуясь тем или иным функционалом. Значит, про инфраструктуру, про такой там уровень инфраструктуры долго рассуждать не буду. Здесь, в общем-то, все стандартно. Docker Kubernetes, Nginx как ingress контроллер, VMware OS, Rancher как менеджер кластеров, Arbor, значит, репозиторий докер-контейнеров, хелм-чартов, хранилище блоковое Longhorn и, собственно, Helm для написания хелм-чартов для управления развертыванием. Вот можем провести опрос, кто какой системой контейнеризации пользуется. Вот интересно будет узнать результаты. Такой опрос мы вскоре запустим. Сейчас есть небольшая техническая накладка, из-за которой мы его запустить не можем. Но он вот-вот появится. А тем временем там еще в чате был один вопрос, который, кажется, стал релевантным ко всему этому. Вот теперь будет очень большое число разных компонентов, микросервисов и так далее. А при этом ты говорил, что вы активно используете Groovy. И там в чате удивляются тому, как же при таком, ну, не строго типизированном даже, скажем, подходе, как это вообще может быть удобно, а при распиливании на микросервисы с разными компонентами это может быть еще больше. Как вы пришли к такому решению? Ну, мы используем все-таки настройки для максимальной типизации Groovy, но вопрос правильный, что называется, не в бровь, а в глаз. Действительно, проблемы с Groovy есть, с его нестрогой типизацией. Мы используем автотестирование. Вот, и, конечно, сталкиваемся с тем, что иногда у нас возникают проблемы в рантайме, когда мы тестируем код, написанный на Groovy. Мы 2 года назад почти отказались от подхода написания прикладного кода на Groovy. То есть мы на Groovy DSL пишем только старый код, его сопровождаем, который у нас есть. Вот весь новый код мы пишем уже на Java DSL, и это для нас стало еще намного проще после перехода на 11-ю Java, который тоже произошел с немалой болью, чему можно целый отдельный доклад посвятить. Вот. Я думаю, все наши заказчики это заметили, переход на 11-ю Java, и мы тоже внутри компании. Пришлось поднимать практически все, и Groovy. В Groovy начались интересные эффекты, там со свич-блоком в частности, вот, и все сопутствующие фреймворки тоже. Вот, то есть тут спасает автотестирование во многом. Понятно. Тогда опрос мы запустим в скором времени, пока что можем продолжать, а к другим вопросам вернемся ближе к концу и к дискуссионке. Окей. Значит, вот Kubernetes добавил на схему развертывания и двигаемся дальше. В начале проекта мы встали перед такой проблемой. У нас совершенно не было железа дополнительного для того, чтобы этот проект делать. То есть нам нужно было достаточно много дополнительного железа для инфраструктуры разработки, для тестирования, для демонстрации, для проведения нагрузочного тестирования. И лучший такой фактор, что у нас в компании принято было железо покупать всегда. То есть мы всегда покупали, все установлено у нас в ЦОДе, все надежно, все свое. Вот. И сколько же нам нужно было железа? Нам нужно было 126 ядер вычислительных, 768 гигабайт памяти и связанные с покупкой этих серверов еще сопутствующие, значит, истории, такие как серверы, стойки, СХД и лицензии на ПО для виртуализации. Вот. Закупка в нашей компании производится достаточно быстро, то есть это где-то до месяца, настройка еще 2-3 недели и развертывание там Kubernetes сопутствующего по 2 недели. То есть таким образом мы получили бы инфраструктуру, на которой могли бы разрабатывать только через 2-2,5 месяца при условии отсутствия возникновения каких-то проблем непредвиденных, да, после там начала проекта.
А проект годовой, у нас вот годовой проект разбит на этапы, первый этап был 4 месяца, железо нужно было уже на первом этапе, когда мы делали системную часть платформы, и 2-2,5 месяца только на организацию инфраструктуры мы никак не могли себе позволить. Поэтому это послужило драйвером для того, чтобы посмотреть в сторону аренды. Значит, что с арендой? Аренда порядка недели. Нам обещали все сделать, настроить, развернуть Kubernetes те же 2 недели. То есть таким образом мы получаем 3-4 недели на инфраструктуру при аренде. Это максимум. Против 2-2,5 месяца при закупке, с учетом еще и возникновения, точнее, без учета возникновения, возможно, каких-то еще непредвиденных ситуаций. Плюс мы посчитали экономику, и оказалось, что покупка серверов и там, сопутствующего оборудования окупается в лучшем случае через 3-5 лет. Вот, то есть сами сервера это порядка 5 лет, различное оборудование, там СХД это может быть 3 года вот, и более. То есть, по сути, к моменту морального устаревания и смысла здесь никакого нет, мы все вот это гигантское количество железа мы арендовали. Вот. И ни разу об этом не пожалели. У нас в середине проекта на втором этапе был момент, когда нам нужно было очень быстро нарастить количество железа, то есть развернуть еще один кластер, еще один экземпляр микросервисной платформы. И если бы мы закупали железо, мы бы этого сделать просто физически бы не смогли и, по сути, провалили бы проект. Вот. А в случае проекта по гранту это недопустимая ситуация. Его нельзя проваливать, потому что иначе грант придется возвращать в полном объеме. Вот, поэтому с самого начала использования аренды позволило нам за 2 дня нарастить вычислительные мощности и продолжить проект, то есть практически не заметить этой проблемы. Логирование. Значит, в данном случае я имею в виду распределенное логирование. В системе предыдущего поколения у нас распределенное логирование было, распределенный сбор логов. Был он реализован Jabom. Ну, сейчас реализован на базе Quartz. Job собирал логи со всех там, серверов приложений и помещал их в базу данных. Значит, из базы данных администратор или сотрудник там, сопровождения мог эти логи выгрузить, ну или взять их напрямую с сервера и с помощью традиционных средств приступить к их анализу. Значит, что же у нас в новой системе? В новой системе у нас реализован в микросервисной системе стек EFK, Elastic Search Fluent Data Kibana. Значит, сразу же, как мы это сделали, коллеги из тестирования и сопровождения тут же отметили плюсы, что очень удобно пользоваться, очень удобно искать, сразу видны все ошибки, все там инциденты. Крайне не рекомендую запускать систему в микросервисной архитектуре, там, в Kubernetes, особенно, да, вот без централизованного сбора логов, потому что я не представляю, как без этого можно что-либо локализовать, разбираться с возникающими проблемами, да, и делать это оперативно. Мониторинг. С мониторингом тоже у нас была интересная история, то есть у нас в текущей системе мониторинг реализован на базе JavaMelody. Можно выгрузить отчет с гигантским количеством метрик в формате PDF через интерфейс администратора сервера приложений. В принципе, набор метрик исчерпывающий, позволяет абсолютно там, решить любую проблему. У нас вот взяты отчеты реальные, там вот наша проблема видна, там медленный SQL-запрос красным подсвеченный, выполняется 30 секунд. Но тут очевидный минус, да, то есть отчет выгружается с работающей системы, отчет выгружается после возникновения инцидента, да, потому что до этого как-то поводов нет его выгружать на всякий случай. И
бывают ситуации, когда его, в принципе, невозможно выгрузить. Потому что, например, система очень сильно тормозит по каким-то причинам, и просто очень сложно зайти в интерфейс администратора, инициировать формирование этого отчета, его выгрузку. Или система упала. Слава богу, такое бывает очень редко. Вот, ну, предположим, да, кэши почистились там, и все. То есть вот уже концов не найдешь, отчет можно выгружать, но он будет замечательный, беспроблемный. Вот. В новой системе мы реализовали интеграцию с Prometheus. Туда выгружается набор метрик, то есть не только Java Melody, здесь вот я специально сделал скриншот Java Melody, то есть мы сохранили преемственность, выгружается то, что есть в Java Melody в системе предыдущего поколения, и также метрики, связанные с кластером, с контейнеризированной средой, с OSPO. Очень удобно, наглядно. Главное, что это все стоит сбоку от работающей системы, никак не влияет одно на другое. И можно проактивно мониторить инциденты, там, настраивать алерты. Вот, мы, в принципе, рассматриваем возможность это даже в монолит внедрить. Вот, настолько это хорошо себя зарекомендовало при разработке. Итак, у нас получилась вот такая вот микросервисная система. Все компоненты, видно, что они независимы друг от друга, от фронта до базы данных. Есть контейнеризированная среда, логирование и мониторинг. Теперь расскажу, как это повлияло на схему развертывания, да, потому что на технологию развертывания, потому что это тоже, в общем-то, одна из компонентов, одно из факторов, почему для нас это является таким большим взрывом, это изменение. Видится как большой взрыв. То есть как мы разворачивали монолитную систему раньше. То есть у нас есть исходный код этой системы, мы его вся ICD собираем, деплоится стенд, происходит тестирование, соответственно, несколько итераций проходит, и результирующая сборка с документацией, там, с сопутствующими материалами, с SDK выкладывается на портал сопровождения. Вот, откуда клиент с помощью там, традиционных средств скачивает и инсталлятором ставит. В микросервисной системе, естественно, такая ситуация, такая технология поставки, она в разы увеличит время развертывания этой системы, да, даже если это отчасти этот процесс автоматизировать. Вот, поэтому в новой системе мы изменили технологию развертывания. Вот, сейчас покажу еще одну из мотиваций, да, почему на что влияло вот, на поставку функционала, значит, в нашей предыдущей системе, как поставка этого функционала влияла на регресс. Вот, то есть тоже на примере того же функционала, который у нас реализован на микросервисной платформе, для того, чтобы можно было проще провести аналогию. Вот, например, мы на пустую систему ставим кредиты, у нас есть регресс, ну, красным это не регресс, как бы новый функционал, да, кредиты. Есть вероятный регресс, то есть, по сути, нет никакой гарантии, что что-то еще не поменялось. То есть меняется почти там вся система потенциально. И аналогично по остальному функционалу. Вот. То есть так вот, собственно, это все поставлялось, развертывалось. А в новой системе также у нас есть исходный код всех компонентов. Он также вся ICD собирается в CI, там в GitLab или TeamCity используем. И с помощью Docker мы уже собираем компоненты для развертывания в контейнерах. И контейнеры устанавливаем в репозитории Arbor. Вот, для того, чтобы потом уже развернуть в Kubernetes. Вместе с этим основным конвейером у нас появился еще один конвейер. Это конвейер для хелмчартов. Также они хранятся в GitLab, публикуются в Arbor. И таким образом у нас получается в одном репозитории, то есть, в принципе, это может быть в одном репозитории, может в разных, в репозитории Arbor набор контейнеров для развертывания, контейнеров разных версий, и набор helm-чартов тоже разных версий для развертывания этих контейнеров уже в Kubernetes.
Все бы ничего, но вот на данный момент, значит, так немножко исследовали рынок, малая доля банков прямо вот здесь сейчас к этому готова, вот, несмотря на достаточно сильную заинтересованность в банковском сообществе, вот, но технологически готовы, ну, как бы, такой, в массе не готовы, к сожалению, банки. Текущие проблемы, с которыми банки сталкиваются, это достаточно сложная инфраструктура по сравнению с инфраструктурой для развертывания предыдущей системы, вот, и автоматизация. Очень дорогие DevOps-инженеры, и не во всех банках безопасность готова согласовать такой способ развертывания. То есть необходимо обязательно иметь какую-то гарантию, да, что то, что там тестировали в докере, да, в контейнерах, развертывается потом на пром, действительно то же самое. Да, то есть необходимо иметь технологический процесс. Вот. На первых этапах, я думаю, что мы это будем обходить за счет поставки там, через CI, сборки в том виде, в котором аналогично, как сейчас. А докер-контейнер уже собирают на территории банка в доверенной среде. Вот. Но в перспективе, я думаю, что мы все-таки перейдем к комплексному решению, которое позволяет безопасно это деплоить. Значит, теперь покажу, как, собственно, новый функционал деплоится в новой системе. Вот, в отличие от системы предыдущего поколения, от монолитной, видно, вот буквально раз, два, три, функционал, новые продукты задеплоились в ранее установленную, в ранее развернутую систему без какого-либо регресса, значит, по соседству стоящих компонентов. То есть от фронта до бэка до СУБД и интеграции. То есть мы цель свою достигли. Какие мы видим дальнейшие шаги для развития? Вот, то есть это однозначно реализация фронта для встраивания, фреймворк-агностик, значит, для фреймворк-агностик встраивания интерфейсов сторонних продуктов, не обязательно микросервисных, то есть любых, то есть если говорить о ДБО, это могут быть там онлайн-бухгалтерии, какие-то сервисы, написанные банком самостоятельно, либо сторонними компаниями, вот, и разворачиваемые в единой такой экосистеме, цифровой экосистеме ДБО на основе нашей платформы. Обязательно, конечно, повышение модульности платформы и системных библиотек для того, чтобы уменьшить в размере размер микросервисов, для того, чтобы снизить, как бы, влияние версионности, да, потому что мы, несмотря на то, что мы задублировали микроядро, там, задублировали платформу в сервисах, мы абсолютно их развязали по версионности. Вот. Но если повысить их модульность, если в каждом микросервисе оставить ровно то, что ему нужно, то сопровождать это будет намного проще, чем сейчас. Значит, постепенно также планируем из старого решения, из монолитного, постепенно выделять прикладные продукты в микросервисы по мере возникновения необходимости у бизнеса в отдельной их поставке. Вот тоже в процессе реализации проекта пришла мысль о том, чтобы перейти, частично уйти от модели deploy on-prem к модели гибридного облака, то есть разворачивать в облаке сервисы, не тесно связанные с финансовыми, не тесно связанные с деньгами, потому что мы понимаем, что там, условно завтра, там, в ближайший год, не все банки массово готовы пойти на то, чтобы вообще в облаке развернуть систему ДБО, хотя у там, одних наших уважаемых конкурентов такое решение есть, и некоторые банки этим пользуются. Но это не массовая история. Также то, что нам не хватает
в логировании и в мониторинге, это система распределенной трассировки. То есть мы планируем внедрить либо Zipkin, либо Jagger в перспективе и трассировку реализовать не только системную, там на уровне сообщений, но и трассировку на уровне бизнеса, да, чтобы для бизнес-пользователей могли понимать скорость прохождения именно как бы бизнес-операций. Также, о чем я вот уже говорил, обеспечить безопасную поставку в контейнерах, и мы активно ищем партнеров, и внедрить инструменты house engineering, да, потому что система стала более такой распределенной, состоящей из большего количества компонентов, и, как следствие, менее отказоустойчивой в целом. Да, поэтому вот эти инструменты нам, я уверен, помогут. Еще раз хочу поблагодарить Российский фонд развития информационных технологий за предоставленную возможность модернизировать нашу платформу, перевести ее на новый технологический уровень и дать очень широкому кругу наших заказчиков возможность конкурировать с крупными банками, конкурировать с банками топ-5 в части вывода цифровых сервисов в каналы дистанционного обслуживания и увеличить вместе с нами скорость поставки этих сервисов. Перейду к рекомендациям. Первая рекомендация достаточно очевидная, но я думаю, все мы знаем, что далеко не в каждом проекте она соблюдается и не пренебрегают. Вот, так как проект наш был при софинансировании, то есть за счет гранта, у нас достаточно жесткие условия по скопу, то есть что мы должны реализовать и в какие сроки мы должны реализовать, и нарушать это ни в коем случае нельзя. Вот поэтому рекомендация номер один: при реализации такого проекта на старте обязательно фиксируйте цели бизнеса, то есть business first, да, то есть ради чего вы это делаете, какие цели бизнеса вы хотите достичь, и потом абсолютно все проектные, организационные, архитектурные решения верифицируйте по этим целям бизнеса и рисками управляйте тоже, исходя из бизнес-целей, к которым вы стремитесь. Значит, если вы занимаетесь разработкой тиражируемых продуктов, как мы, то в микросервисной архитектуре размер тиражируемого продукта становится меньше. То есть он, по сути, сжимается до размера микросервиса. Если не трансформировать это понимание, да, то есть поставлять продукты как раньше, то есть, например, если подняться на уровень там, каких-нибудь кредитов, да, и поставлять там, кредиты в банке как некий микросервисный продукт, то, по сути, вы будете поставлять монолитно набор микросервисов. Да? То есть тиражировать набор микросервисов достаточно сложно. То есть это теряется вообще смысл микросервисной архитектуры. То есть плюсы микросервисной архитектуры здесь теряются, теряется скорость поставки. Вот. Смысл есть в тиражировании именно каждого компонента, который выполняет какую-то определенную функцию. Уже говорил, повторюсь, рекомендую всем не запускать кластер Kubernetes без мониторинга, без распределенного логирования централизованного, без сбора логов. Тут мы не наступили ни на какие грабли, то есть заранее изучали очень опыт, там, слушали доклады на конференциях и сделали это сразу, ни разу не пожалели. Вот наоборот, очень позитивный эффект получили. Особенно учитывая фиксированные сроки, бюджет и скоп нашего проекта. Вот. И в итоге не переживайте, если у вас получилась вот не совсем та архитектура, которую в деталях вы изначально видели. Да? То есть, вот, если вы достигли целей бизнеса, ешьте слона по частям, как говорится. Вот. И какие выводы мы можем сделать из нашего проекта? Большого взрыва удалось избежать. Вот. Все-таки мы занимаемся социально значимыми проектами, проектами удаленного банковского обслуживания, которые там, особая важность которых была видна там, в пандемию, при изоляции. Вот. И здесь что-либо
ломать нельзя, да, то есть здесь нужно подходить ответственно и делать все постепенно, не выкидывая то, что есть, максимально это переиспользовать. Вот. Микросервисная архитектура требует более сложную инфраструктуру, как следствие более высоких затрат на сопровождение, как минимум на старте, необходимо это учитывать и про это не забывать. И главное, работы по организации этой инфраструктуры не выкидывать из скопа проекта, обязательно их нужно учитывать. То есть это не то, что можно делать между делом, это нужно делать целенаправленно и осознанно. На данный момент не все банки готовы к развертыванию инфраструктуры, вот, но мы в этом направлении работаем. То есть вот мы, можно сказать, даже возложили на себя миссию для того, чтобы изменить подход к тиражированию продуктов, да, изменить способ поставки и готовы проводить обучение, проводить, там, оказывать услуги в рамках IT-консалтинга, в том числе и по инфраструктуре, не только по непосредственно системам для дистанционного банковского обслуживания. Возможно, для большинства участников очевидный вывод уже давно, вот, но мы на таком достаточно традиционном рынке таком работаем, на котором все меняется очень осторожно, вот, ну, тем не менее, я думаю, вывод полезный для коллег из там, наших, возможно, конкурентов, вот, которые работают на нашем рынке. Эффективнее арендовать железо, не покупать, совершенно точно. Это позволяет снизить массу рисков в течение проекта. Микросервисная платформа однозначно дает технологическую возможность для повышения скорости поставки, позволяет упростить совместно с банком разработку. Значит, эту тему я особо не освещал, то есть она как бы следует из доклада, да, потому что приложения становятся более независимые, то есть мы ведем совместную разработку ни одного монолитного приложения, то есть коммитим там, по сути, не в одну кодовую базу, а в разные приложения, и никак не завязанное на релизные циклы, не завязанные на совместные какие-то изменения. Вот, то есть все это можно развязать и деплоить очень быстро, намного быстрее, чем раньше. И, наконец, прикладные продукты в микросервисной архитектуре можно поставлять отдельно от всей системы без необходимости поставки большого монолита. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Я готов ответить на какие-нибудь вопросы. Большое спасибо за доклад. Мы из эфирного времени, оно у нас уже закончилось, поэтому сразу же перейдем в дискуссионную зону. Вопросов много и по архитектуре, и по мониторингу, логированию, по железу, про решения какие-то. Поэтому будет о чем поговорить. Всех приглашаю в дискуссионку, и вскоре там увидимся. Спасибо еще раз, Дима. Спасибо.